Паромная переправа через реку Яна откроется до конца недели. В предстоящем сезоне объект закрыт дольше обычного. Весной 2019-го судно «Славянка» запустили 16 мая. Сегодня сотрудники дорожного предприятия «Магаданская» на переправе тестировали технику и оборудование. Парому предстоит работать до поздней осени. В прошлом году паромную переправу через реку Яна закрыли 28 ноября. Это стратегически важный объект для Заречья. По ней в Тауис, Гвалаганна и Талон доставляют топливо, продукты, медикаменты.